Итак, решил я все-таки не надеяться на дурачков, которые сами посмотрят этот трейлер, а показать его сам. Ну, скажем так, со своими комментариями, да? Mortal Kombat Armageddon, интро, хд. Давайте посмотрим. Как видим, уже начинается, да? Стервятник ест голову какому-то хую. Туман на фоне приближается. Какой-то пиздеж на фоне. Бле-бле. Видим, идет толпа. Тут Кентара. Has finally been reached. И за ним толпа. It was foreseen that combatants would one day grow too powerful and too numerous. If left un... Видите, силы добра на силы зла нападают. Checked, they're intensifying. Вот он, кстати, Шинок бежал. Это для тех дебилов, которые не понимают, а откуда там это все взялось. Сайракс с лазерным мечом бежит, затем Саб-Зиро, Кун Лао, Джакс и все остальные. С этой, кстати, Эрмак за сторону добра, Кенши, потом Шуджинка, вот Кабал вроде бежит, если не ошибаюсь. Он Соня, блондинка справа, это не знаю, или Мэй, или кто это. А, тут... И с этой стороны, видите, это Ксухао, там была Мелина, Хатару продырявливает кого-то, Кана, вот это Гмей, Скорпион и Саб-Зиро. Фехтовальщики, на, вот Рейдер. Откуда тут магия Шинока, блядь, взялась, а? Вот аж интересно, падла. Откуда она ж тут, блядь? Наверное, с неба прилетела. Ну, блядь, пиздец. Хрень, блядь. Джакс и Куанчи. Поломал ножку. Как задавался вопросом, да? Один, блин. Что тут дед Куан Чи? Почему он не стоял, не смотрел? Да вот как бы, блин, пиздюлей тут раздавал. Порвите петуха. Я пидор. Батя, встань и нахер. The elder gods demanded a safeguard put in place to avoid. Смотрите, суки, что было еще до вашего рождения, блядь. Насколько брутальными были Mortal Kombat, блядь. Это вам, сука, не Mortal Kombat Х или 11. Здесь завязочка посерьезней будет, блядь. Вот это, блядь, пирамида, нахуй, где было начало Mortal Kombat 9, блядь. Затем петухам, блядь, которые мне там всякую парашу пишут, блядь. Ты не знаешь сюжета, ты не знаешь канона, блядь. Сука, хуем вам по щекам, блядь, постучать надо. Bloodlust. Like moths to flame. They would be drawn to battle. Бля, нахуй! Сколько времени? А теперь смотрим, почему валялись трупы здесь, на лестнице. Петрачо, нарожал. Опа, Шива, ну че ты пидор, а, блядь? Пшел нахуй, сука. Найтвульф, Эрмак, Кеша, Кванча. Вот и причина, почему тут Кенши валяется. Эрмак. Блять, блять, пидор! At the apex of destruction. Вам хуебал!
Чё ты мамку ебал, слышь, блядь? Ой, смотрите, смотрите, дракончики. А кто это такой, да? Его не было в Mortal Kombat или Mortal Kombat 11. Это не каноничный персонаж, блядь. Сейчас начнется, блядь, там всякая поебень. Писать мне начнут, блядь, в комментариях, дауны. Это, сука, батя всех отцов. И улетел. Вот, блядь. Что означает Shao Kahn, блядь, для тех, кто играл в МК ранее. Вот это петушки вы для меня такие, да. Для своего общества вы Shao Kahn. Но для меня... Ха-ха, вы лишь хуйня. Old hatreds. Кстати, видели костюм Рейдена какой был, да? Это для тех, кто задается вопросом, а что это за костюм было? Или как кто-то это говорит, да. Лучше бы показали, как они дрались здесь, чем то, как они валяются. Вот вам, сука, блядь, вступление Армагеддона, блядь. Смотрите, как они тут дрались. We'll be revived. Че за нахуй-то? Смотрите, петушня. Вот что там, блядь, на горе нахуй было, блядь. Это никто. 40 метров у него, блядь. И он давал вам всем сосать, блядь. И имя ему. Блейз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.